Всем привет на канале AllDutchman. Сегодня мы с вами поговорим о том, что сделал Израиль с одним из главарей Хамас. Да, он был уничтожен в Иране, как сказали, из ручного гранатомета с близкого расстояния, чтобы уж наверняка. Естественно, по многим странам в Европе, особенно здесь в Германии, проходят вот эти вот траурные марши, марши памяти по вот этому вот убитому хамасовцу. Иран грозится до сих пор сильнейшей расплатой. Многие страны кричат о том, что такое нельзя было делать. Германия же, когда начали проводить вот эти вот демонстрации, траурные марши в поддержку вот этого вот человека, бывшего хамасовца, почему-то лояльно отнеслась к вот этим вот всем, не знаю, не забастовкам, демонстрациям. И полиция даже не стала их разгонять. Хотя Хамас во многих странах мира, в том числе и в Германии, признан террористической организацией. То есть люди, поддерживающие кого-то из террористов, выходящие на демонстрацию, обязаны быть разогнаны. Не, ну так же получается, как по-другому-то, а? Так же получается. Что самое интересное, власти Пакистана, власти Афганистана, вот Талибан, они выразили свое недовольство тем, что совершил Израиль, сказали, что чуть ли не в один голос, но каждый со своей стороны, сказали, что это действительно убийство, это нужно было решать как-то по-другому нужно разговаривать с этим Хамасом, нужно было требовать добиваться своих, скажем так, выполнения условий, но ни Пакистан, ни талибы в Афганистане не поддерживают вот эти вот траурные марши в поддержку, вернее, в знак памяти вот этого убитого хамасовца. Я не буду называть его имя, потому что я, как он нафиг, не хочу не хочу хотя в пакистане в некоторых городах про прошли такие вот траурные марши э, в память об этом э, скажем так предводители политбюро хамас в германии здесь тоже проходят демонстрации до сих пор до сих пор проходят и почему-то государство не разгоняет вот этих вот людей почему-то государство помалкивает, отворачивая голову в сторону. И, кстати, вот эта вот Аналина Бербок, которая вечно орет, что с террористами нужно разговаривать жестким языком, давать им понять, что они разговаривают или столкнулись с силой, которая может превысить их силу и может их раздавить, тоже почему-то молчит. Она тоже осудила Израиль в том, что Израиль вот так вот поступил с одним из предводителей ХАМАС. Немецкие средства массовой информации, когда Ливан нанес ракетный удар по Израилю и уничтожил 10 детей, детей, немецкие средства массовой информации сказали, был нанесен ракетный удар и было убито 10 человек. А когда Израиль ответил на удар этой Хезболы и уничтожили террористов, в возрасте от 18 до 30 лет, то почему-то средства массовой информации по всему миру сказали, это были дети, это были дети и их убили. Я как-то в одном видео уже вам говорил, мы все дети своих родителей вплоть до самых сердец. Дети это значение растяжимое. Если ребенок становится на ноги, кстати, вон в Израиле, во сколько мальчики уже становятся мужчинами? по их вот этим вот понятиям, писаниям, в 13 лет, кажется, да, когда у них проходит этот, э, в синагогу их ведут, где вот этот бар бармитство, или как оно называется, в 13 лет, то есть до 13 лет он ребенок, потом уже мужчина. А вот эти вот хамасовцы, Хизбала и так далее, они что, до 30 лет дети? Так э, отправьте их в трудовую колонию, пусть они там воспитываются, раз это такие глупые, ненормальные дети, которые не знают, как нужно жить в обществе и как обращаться с оружием, что нельзя убивать людей. Дети, блин, 20-30 лет, дети. А израильские маленькие дети в возрасте от 7 до 10 лет, это уже человеки, это взрослые, это люди. Вот так вот по словам средств массовой информации. Здесь в Германии в первую очередь. И по этим демонстрациям, которые проходят в знак памяти об убитом террористе, правительство молча смотрит в сторону. Нэнси Фезер со своим Министерством внутренних дел отсиживается, отнекивается. Они досидятся, что случится такая же фигня, как в Англии, после того, когда вот этот вот человек, идиот этот, извините, по-другому его не назовешь, убийца, уничтожил трех детей ни в чем не повинных девочек зарезал многих покалечил порезал и, и что детей что взрослых учителей танца и люди встали на дыбы правительство и полиция начали разгонять эти демонстрации вместо того чтобы усмирить вот этих вот мигрантов нелегалов в первую очередь их усмирить нет они начали говорить везде по всем телевизорам, по всем радио, точкам, везде по всем газетам, что это ультраправые вышли на демонстрации против бедных мигрантов. Были бы те мигранты бедными, они бы за ножи не хватались и не кидались на людей, чтобы зарезать и убить. То же самое здесь в Германии. Все прекрасно знают, что за отвратительная, ужасная террористическая организация «Хамас». Все прекрасно знают, что эти главари «Хамас» Прячутся, как за живым щитом, за женщинами, за малыми детьми, за стариками. Все прекрасно это знают, но когда кого-то из этих хамасовцев уничтожают вместе с этим живым щитом, война не смотрит ни на кого, она берет свою жатву. Тут же начинают кричать: Ах, какой Израиль плохой! Ах, вот они сделали то, вот они сделали это. А то, что сделал Хамас, то, что они до сих пор дергаются, рыпаются то, что Иран гавкает блин, на всех подряд. В Германии здесь, я вам как-то говорил, закрыли эту голубую мечеть, мусульманский центр в Гамбурге. Помимо этого центра закрыли еще пять по всей Германии. Только в Гамбурге 30 человек взяли под стражу, арестовали, потому что это радикальные исламисты, пропагандировавшие свержение власти в стране. За ними очень долго наблюдали. Очень долго наблюдали. И вот эта вот голубая мечеть спонсировалась Ираном. Они получали деньги, они получали на развитие, на вот эту вот вербовку этих агентов, исламистов и так далее. Они получали деньги. Есть, есть непровержимые доказательства у полиции, а иначе бы они эту мечеть не закрыли, вот этот культурный центр. А сейчас оказывается нашли журналисты, которые говорят: "Ах, бедные мусульмане в Германии очень страдают от того, что..." их лишили духовного наследия, закрыв вот эту голубую мечеть. А опять появились всяческие организации, благотворительные, вот эти вот сердобольные организации, типа гуманитарные, которые говорят, нельзя, нужно открыть эту мечеть обратно и выпустить из-под стражи всех. Ну, пускай заменить одного-двух, но остальных выпустить, потому что мусульмане задыхаются без духовной пищи. Что делают христиане, когда задыхаются без духовной пищи? Они открывают Библию и читают ее. Или молятся. А эти вот, блин, вот, вот им нужен просто террорист, который будет им говорить, бери нож и верного". неверного. Вот им это надо, что ли? Проблема в том, что когда в государстве нет жесткой цензуры на средства массовой информации, каждая газета или газетенка бульварная может писать все, что угодно. Ей за это ничего не будет, до тех пор, пока она не выходит за рамки дозволенные Конституцией в этом государстве. Как только эта газета или статьи в этой газете переходят за рамки э, параграфов Конституции, вот тогда эту газету могут закрыть. А пока они вяло вот так вот мямлят о том, что этим плохо стало жить, потому что там закрыли мечеть, этим стало плохо жить, потому что им запрещали бегать с ножиками по улице и резать людей, этим стало плохо жить, потому что они не могут видеть, как вокруг них кто-то поедает свинину, то и государство будет помалкивать. И вот сейчас, когда вот эти вот марши идут, ну скажем так, марши протеста, по-другому их не назовешь игиловские флаги, палестинские флаги, портреты вот этого хамасовца. Марши протеста против кого? Против нормальных людей, которые хотят жить нормально, хотят жить спокойно. А вот эти вот, как хамасовец этот, и его контора, и Хезбала, они пытаются уничтожить этих людей. Это не двойные стандарты, это тройные стандарты. Какой-то собаки бешеные в мире, Хочется, чтобы в любой стране был хаос, был бардак. Тогда проще управлять этой страной. То есть, потянул за веревочку, марионетка сделала то, что тебе захотелось. Неприятная тема. Неприятная тема, но она существует, она рядом с нами. Не хочу ничего выгораживать, но в Мюнхене такую демонстрацию не разрешили проводить. В крупных городах Баварии. В Нюрнберге такую демонстрацию никто не проводил, потому что запретили, потому что сказали, если кто-то и выйдет в поддержку вот этой вот э, террористической организации ХАМАС, он тут же попадет в базу данных полиции, и за ним начнется слежка. Постоянно будут за ним следить, кто он, где он, куда пошел, что сказал, с кем встретился, что сделал. Естественно, попадаются люди, которые говорят, да мне плевать на полицию, да мне плевать на это государство, плевать так, едь туда, где не плевать, едь туда, где твой халифат, едь туда, где шариат, а здесь хватай свой флажок, хватай портрет вот этого вот убийцы и едь туда и выражай ему честь там, а не здесь. Здесь другие законы, здесь другие традиции, правда. Правительство наше немножечко такое вот двинуто-повернутое, скажем так. Если бы не правительство, то и полиция работала бы нормально. Потому что полиция обязана выполнять указания, поступающие сверху. Вот потому так оно и происходит. Спонтанно, сумбурно, но как получилось. Не забудьте подписаться на канал, поделиться видео с друзьями. И оставить свое мнение по поводу вот этих вот демонстраций в поддержку убитого террориста в разных странах. Всем удачи. Пока.